Друзья, всех приветствую, с вами интернет-магазин Antilife, меня зовут Александр, перед вами смартфон LeoGo Elite 5. Это бюджетная модель от данного производителя. Данная модель у нас конкурирует, по моему личному мнению, с такими смартфонами, как у Oukitel K4000, K4000 Pro, и вот примерно плюс-минус в таком ценовом диапазоне. Данная модель сейчас продается у нас в Украине по цене 3350. Сразу же скажу, что смартфон мне очень понравился. В чем-то он лучше своих конкурентов, в чем-то он немножко слабее. Поставляется модель вот в такой вот коробке. Стандартная коробка от компании LeoGo. Вот можно увидеть, что есть черный, желтый, коричневый, белый. Ну, как все привыкли, черный самый распространенный. По комплектации здесь ничего особенного нет. В комплекте вот такая вот подставочка ненужная, документация от производителя. И в этой коробке у нас лежит вот такие вот аксессуары, пленка. На данный момент есть в комплекте зарядка, USB кабель, наушники и вот заглушки для наушников. И есть вот такой вот OTG кабелек. Сам смартфон внешне очень интересен. В моих руках сейчас вариант в черном цвете. Выглядит он вот так. Ну и давайте обо всем по порядку. Лицевая панель нас встречает размером 5,5 дюймов. Здесь HD разрешение дисплея. Здесь три сенсорных кнопки. Они не подсвечиваются. В углу есть такая вот надпись 4G LTE, что свидетельствует о том, что данная модель работает с сетями 3G, 4G в Украине. Разговорный динамик, датчики приближения освещения и 8-мегапиксельная фронтальная камера. С этой грани у нас присутствует кнопка громкости вверх-вниз. С этой грани у нас есть кнопка включения-выключения. Это вот такая вот заводской такой скотч. Не знаю, для чего он нужен. Сверху у нас все интересно. Здесь присутствует разъем для наушников. Здесь разъем под microUSB и очень удобный инфракрасный порт. Снизу у нас только микрофон. Сзади моделька представлена в виде такой вот матовой крышки. Крышка эта съемная, она снимается. 13-мегапиксельная камера, вспышка, логотип LeoGo. Крышечка у нас довольно-таки плотно лежит. Смартфон не люфтит, не трещит. Это у меня защелкнулась только что крышка до конца. На перегиб никаких звуков, ничего нет. Все по сборке супер. Крышка поднимается. И под крышкой есть у нас вот такой вот аккумулятор. Аккумулятор здесь у нас на 4000 мАч, что тоже является достоинством этой модели. Поддерживает работу карты памяти и двух сим-карт. Симки у нас получается, одна работает в режиме LTE Double CDMA и вторая это GSM сим-карта. Основным достоинством, как вы уже могли понять, смартфона является мощный емкий аккумулятор. Аккумулятор на 4000 мА и держит он реально довольно-таки долго, что мы и проследим в нашем обзоре и в тестах чуть позже. По дизайну вот эта вот красная вставочка с одной стороны интересно реализовано, с другой стороны, может некоторых отпугнуть. Также в продаже имеются вот такие вот оригинальные чехлы-книжки для этого смартфона. Цену уточняйте по факту покупки в нашем магазине. Я лишь покажу, как эта крышка работает. Она одевается вместо основной крышки, одевается полностью вот таким вот образом. Одевается на те же защелки, что и основная крышка, поэтому все очень добротно, прочно и хорошо сидит. Имеет вид чехол вот такой вот, как под кожу, и очень удобно ним пользоваться. По поводу функции чехла, вот такое вот есть у него магнитное окошко, которое отрабатывает у нас как часы. Мы эти часы можем менять. То есть это оригинальный чехол, книжка именно под эту модель смартфона, поэтому все максимально совместимо. Модель построена на бюджетном процессоре MTK6735. В Antutu набирает он 23-24 тысячи баллов. Видите, что экран вот такой вот от малейших прикосновений, он довольно-таки сильно залапывается. Ну вот, вот так вот это нужно воспринимать. MTK6735, яркость у нас сейчас максимальная.
Mali T720 графический ускоритель, 13-мегапиксельная камера, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 встроенных. Данная модель поддерживает OTG-разъем, то есть можно подключать мышку, флешку, клавиатуру. Когда первый раз подключал, то почему-то очень долго он обнаруживал и сканировал мою флешку, но потом все-таки проверил, просканил, и на второй-третий раз подключения он все-таки ее распознал. Процессор бюджетный, 4 ядра по 1,0 ГГц. В какие-то современные, суперпроизводительные и требующие к себе мощность игры вы на этом смартфоне поиграть не сможете. Мультитач у нас 5-точечный, то что в принципе тоже неплохо, 8-мегапиксельная фронталка. По датчикам есть датчики приближения, датчики освещения, гироскоп и в принципе все, больше ничего нет. Экран мне здесь нравится больше, чем на смартфонах Alcatel K4000, K4000 Pro. Здесь IPS технология, углы обзоров максимальные. Все классно выглядит, все очень сочно, но картинка у нас по диагонали. С этой стороны у нас картинка немножко желтеет, с этой стороны у нас картинка немножко синеет, более холодные оттенки. С этой стороны более теплые. Но под прямыми углами экран выглядит очень и очень достойно. Прошивка, сейчас я вам это все продемонстрирую. Заходим в настройки. Все настройки, у нас все здесь полностью на русском языке. Есть беспроводные обновления. Прошивочка у нас на данный момент стоит вот такая вот. По прошивке это самая последняя вариация этого смартфона. Из софта мне понравилось то, что, во-первых, сразу же в этой прошивке, в заводской, есть все настройки по инфракрасному порту без сторонних приложений. Я без проблем настроил несколько устройств в домашних условиях, все работает четко, идеально, и это супер удобно. Далее есть очень много прикольных тем, обои сразу же, опять же, в заводской прошивке без скачивания каких-то доп. Приложений через Play Market. Кстати, обратите внимание, присутствует индикатор событий, то есть в данном случае у нас смартфон разряжен до 4% и он мигает красным диодом. Есть настройка Hall, которую мы можем включать, чтобы отображалась информация вот в этом чехле книжки. Если мы ее отключим, информация отображаться не будет. Ну, опять же, тоже очень и очень удобно. Ну и так, в принципе, по прошивке больше мне нечего вам сказать. Все достойно, классно реализовано, мне все понравилось. Эта модель непроизводительный смартфон, точно так же, как и Alcatel K4000 в принципе. Поэтому Asphalt 8 я вам покажу, как играет. Но ожидать на максимальных настройках графики больших классных результатов и высоких показателей FPS. FPS это количество кадров в секунду, для тех, кто не знает, не стоит. Потому что все-таки это бюджетник с очень минимальной и демократичной ценой. В Asphalt 8 вы сможете поиграть, но для этого вам потребуется снизить немножко качество графики. По тому, как запускается игра, делаем вывод, что производительности этому смартфону недостаточно. Построен он на базе бюджетного процессора, все, что я уже говорил. Ну и плюс ко всему, у меня разряжен смартфон, сейчас 3%, а поэтому, скорее всего, он перешел уже сам в плане своей прошивки на экономичный режим, и производительность еще более снижена, нежели это возможно на нормальном уровне заряда. Звучание смартфона неплохое. Внешний динамик звучит неплохо, вы это могли только что слышать в самой игре. Разговорный динамик, микрофон тоже нормальный, все мне понравилось. А вот в наушниках звучание довольно-таки средненькое. Слушать можно, но отличного суперского качества вы здесь не найдете. Идем дальше. Тестировал я в этом смартфоне, естественно, GPS. GPS здесь стандартный, в условиях подоконника, ловит нормально, на холодную, все отлично у нас работает. Я также тестировал и аккумулятор, так как аккумулятор это одно из самых важных составляющих в данном смартфоне, здесь 4000 мАч. У меня показал смартфон 9060 баллов. Для сравнения, у Alcatel K4000 Pro
показал у меня 10 с чем-то тысяч баллов, но там аккумулятор 4600. Плюс ко всему, там 5 дюймов, здесь 5,5 дюймов. Для своего разрешения, для этой цены, для емкости аккумуляторов 4000, в принципе, гаджет показывает отличный результат. Это действительно автономный смартфон, и 4000 его аккумулятор, это не бутафория, отрабатывает он на все 100%. Поэтому, если вам нужен автономный 5,5-дюймовый стильный девайс, то это именно тот вариант. Еще одним очень сильным фактором данного смартфона, сильной стороной его, является, по моему мнению, камера. Камера меня, в принципе, поразила для такой стоимости. Очень даже достойная камера. Я делал различные фотографии, и качество меня действительно порадовало. Качество как фото, так и видео. Видеозапись у нас происходит в режиме HD. Вот такие вот фотографии мне посчастливилось сделать. И как по мне, то качество очень и очень даже хорошее. Я залью эти все фотографии, сможете посмотреть у себя на компьютере. Как по мне, то качество достойное, как макро, так и вдаль. Очень такие аппетитные фотографии. И по камере, опять же, однозначно данная модель LiGo Elite 5 лучше, чем свои конкуренты в той же ценовой категории, смартфончики от компании Oukitel. Это однозначно. В принципе, обо всем, что я хотел рассказать, я рассказал вам. Я подведу свои итоги. Модель относится к бюджетному ценовому сегменту. Это бюджетник от компании LiaGo. Компания LiaGo славится своими классными смартфонами. Данная модель конкурирует, по моему мнению, с Oukitel K4000. И в таких параметрах, как экран и камера, данный смартфон лучше. По дизайну он веселее. Плюс вот на данный момент есть возможность приобретения вот такого вот оригинального чехла книжки, который тоже для некоторых людей будет очень удобным и очень востребованным. Что касается аккумулятора, немножко данная модель проигрывает в плане автономности. Ну и в принципе все, железо полностью аналогичное, 2/16 память, 4-ядерный процессор по 1.0, OTG поддерживается. Также к достоинствам данного смартфона однозначно стоит отнести наличие инфракрасного порта, которым, поверьте, вы будете пользоваться, потому что это супер удобно, это такой себе портативный универсальный пульт управления для всей бытовой техники, для телевизоров, кондиционеров, усилителей, колонок, да для всего чего угодно. Можно подключиться очень быстро, в течение там 20 секунд подключается к телевизору, к усилителю и так далее. Считаю, что вариант действительно достойный. Недостатки, опять же, если придираться, то можно придраться к многим вещам, но если вспомнить о его цене, что цена практически 3000-ный диапазон гривен, то тогда одни достоинства. Ну, к недостаткам я бы отметил, ну, процессор хотелось бы, конечно же, все-таки помощнее. А так, лично меня все устраивает, и в плане сборки, в плане качества деталей исполнения я тоже ставлю твердую пятерку. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь к нам в группу ВКонтакте, заходите к нам в интернет-магазин. Если будут какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, либо заходите к нам в онлайн-чат на сайте, где мы вас всегда проконсультируем. Спасибо вам за внимание, всего доброго!